Так, вопрос номер два. Про колечко у тебя на цепочке. В 90-х у тебя часто на цепочке висело колечко. Обручальное колечко, которое папа подарил маме, я так понимаю, да? Нет, это папино обручальное кольцо, на котором внутри написано Людмила и день, месяц и год их свадьбы. Да, я долго носила, оно так и есть у меня на цепочке, долго как-то оно находилось со мной. Ну вот, наверное, весь период моей жизни с Игорем Николаевым. Ну да, 90-е часто мелькало. Ну вот как-то да, вот. А потом, когда у меня вот так жизнь поменялась, может быть, то есть это был мой такой оберег определенного рода. А теперь этот оберег, он лежит в шкатулочке, но вот уже так не нужен мне на мне, как вот в Ну те да. годы. Видимо, так. Понятно. А потом, знаете, я хочу сказать, что с возрастом я вообще не очень так особо любила украшения на себе носить. Это знаю. А вот с возрастом вообще разлюбила это делать. У меня все раздражает. Цепочки, кольца, сережки, всякие там, я не знаю, кепки, шапки. То есть мне все хочется с себя снять. Это, наверное, возрастное, нервное, я бы сказала. Нервишки шалят, не хотят лишнего, ничего. Не хотят, все мешает. Все, надо все снимать. Ну да, ну в принципе да, правильно, надо и меняться. В то же время, мне кажется, тебе подойдет любой, что не одень, тебе все хорошо, Наташа. Ой, под лицу типа все к лицу. Да.